Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и добро пожаловать на продолжение прохождения DLC под названием End of Zoe, либо же проще, Гибель Зои, для игрушки под названием Resident Evil 7. И, конечно же, друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу пожелать каждому из вас приятного аппетита, если вы кушаете, каждому из вас приятнейшего просмотра, и на всякий случай прокомментировать один важный момент, что я решил пройти этот DLC за один раз. Но так как сейчас у меня, как я уже говорил, под конец недели там много всего, и, возможно, я вообще уже в отъезде нахожусь, то я записываю за раз и, соответственно, выкладываю это там вот, ну, так скажем, наперед записал, короче, вот. Поэтому первая серия там вышла либо вчера, либо позавчера, мы, соответственно, продолжаем. Друзья, я надеюсь на ваш царский лайк, как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Ну что, мы, собственно говоря, остановились на том, что тут были дикие аллигаторы. Вот там вот, в этом болоте. Ну ничего, разобрались вроде, потихонечку, соответственно, здесь сохранились, и теперь, видимо, надо лезть куда-то дальше. Куда именно и зачем, непонятно пока. Куда нас это все приведет. Но сейчас, я думаю, что разберемся и поймем. Бля, конечно, Джо отчаянный парень, пиздец. Просто отчаянный. Неужели нельзя было где-то ствол там у этого отобрать хотя бы? Он же по-любому не с голыми руками, блядь, был. Так. Слишком долго это происходит. Так. Ага. Корабль. Ну, вряд ли он пустует. Вряд ли он пустует. Это что такое? Металлолом. А нахуя он нужен? Металлолом. Разные железки используются только в сочетании. Так, ладно. Хорошо. Видимо, на будущее пригодится. Что-то еще Джо тут собрался крафтить в дальнейшем. Так, наверх. Поднимаюсь. Никого точно тут нет? Ага. Блять, слишком частые сохранения. Зачем так часто? Аптечка. Просто целиком полноценная аптечка. Может использовать ее, кстати? У меня сколько их? Две? Ну, чисто в теории я могу уже скрафтить, если что, еще одну. Просто у меня как бы экран такой немножко. Ну, я надеюсь, я правильно сделал. Так, все, теперь можно сохраниться. Теперь можно сохраниться. Так, отлично. Бля, что-то вот эти частые сохранения, мне прям это даже интересно, почему они так сделали это. Так. Здесь ничего больше нет интересного. Больше ничего. Надо идти вниз. Хорошо. Так, и что, вообще никого нет, что ли? Для чего эти железки-то понадобятся? Что крафтить-то с них можно будет? Опа. А, о, ветка дерева, это же оружие. А, подожди, что? А, из металлолома и... Чего? Серьезно? А, еще... А, можно было само... Охренеть, блядь. Вот было бы оно еще не одноразовое, было бы вообще замечательно. Так, ну, наверное, мне это понадобится. Отпизжу такого или похуй? А, то есть он по барабану вообще, да, блядь? То есть ему вообще похуй, блядь, на мое копье ебан. Это вообще хоть немножко здоровья у него отняло. Это мне сейчас помогло немножечко в битве, только я немножко опиздюрился также, но похуй, бывает. Так, я вижу, что там можно сломать дверь. Сороконожка. Блядь, ну ему точно аптечки-то довольно часто будут нужны, потому что, учитывая, что ему довольно сложно. Блядь, реально с голыми, сука, руками. Так, тихо. Кто тут? Подожди, бля. А ничего, что он фонарик использует? Похуй, да, совершенно? То есть его, типа, это никак вообще, да? То есть, ну... Тем самым его не видно, или что? Так, похуй на того, короче, двигаюсь дальше пока что. Блять, ползает, сука. Они такими тупыми не были в оригинале. Реально. Они были, блядь, сложнее намного. Нихуя себе, блядь, у него нога мощная. Пиздец. Так. Там вдалеке еще один. Да похуй на него, я еще так справлюсь с ним. Так, а что тут у нас? Блять, ну ветка дерева, опять же, для крафта. Так, я так правильно понимаю, что он на меня идет? А, он туда-сюда ходит. Блять. И что? Есть смысл вообще мочить? Или можно дальше как бы по своим делам идти? А, он сейчас повернется, я понял. Ну иди сюда. Короче, такое дело, братанчик. Сейчас будет нокаут, нахуй. Левая... Ох ты, блядь, нихуя! Ты это откуда тут взялся, сука? Вот говнюк, блядь. Ну иди сюда, придется попиздец. Блядь, сука. На, нахуй. На, да давай нокаут свой уже, блядь. Ты же умеешь красиво. Ой, блядь. Тихо, нахуй. Блядь. Пизда. Пизда. Блядь, ну сложно, сложно, сложно. Когда нет оружия, сложно. Блядь, что заново все? Ебать, в натуре нет сохранений. Ничего страшного, я справлюсь, ничего страшного, все нормально, все под контролем. Так, пожалуй, что, тратить это метательное копье? Да один хер потом, либо сейчас, либо потом. Ну-ка, как долго его мочить вообще? Иди сюда, блядь. Говнюк сраный, ебаный, блядь.
блядь. Ну, в принципе, если правильно сочетать правое-левое, то, блядь, просто иногда я путаюсь, ошибаюсь, не попадаю, и за счет этого, конечно, сложнее. Так, ладно, короче, сейчас попробуем. Этот должен пройти дальше, короче. Кого-то из них, короче, так, подожди. Давай, иди. Ну иди дальше, что ты глючишь-то, блядь? Дрыгается, блядь, как ублюдок какой-то, блядь. Это было сейчас опасно, на самом деле. Попахивало, блядь, провалом. Так, подожди, этого надо еще. А он меня увидел уже, да? Привет. Бля, как он отлетает, пиздец, конечно. Хули ты его не топчешь-то, блядь? Ах ты сука, ты меня еще и бьешь, блядь, ублюдок, ёбан. Ах ты сука, ты чё охуел? Ты чего? Этот ублюдок, блядь, ползучий меня убил? Чё, охуел, что ли? Он что, попутал нахуй? Или что, я не понял, блядь? Это сейчас что было, блядь? Это нездоровая хуйня, блядь. Блядь. Ладно, короче, я буду действовать по-своему. Сейчас все будет. Иди сюда. Иди сюда, сука. На, блядь, на, на. На, блядь. На, на, на. На, 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 блядь. На, сука, блядь. Вот так бы всегда, блядь. Так, эту хуйню подбираю. Сейчас, так, на всякий случай самотык сделаю один. Но использовать буду только по назначению. Против того можно будет его, или я не знаю. Или вообще пока не использовать. Хер знает, что меня вообще ждет дальше. Так, короче, сначала этого, блядь. Потом бегу к тому, только оббегаю его. И давай проходи быстрее, заебал уже, блядь. Ну проходи ты уже, блядь, а. Давай. Опа. Так, потом оббегаю, все. У меня... Сейчас должно все получиться, блядь. Я надеюсь. Так, пробегаю. Тихо. Сейчас, когда... Главное, чтобы он меня не увидел, блядь. Блядь, он заебал. Нахуй он сюда смотрит-то, блядь. Хули он сюда смотрит-то, блядь? Он же в другую сторону шел, алло! Разворачивайся, блядь. Чё-то там, блядь, его тошнит немножечко. Отвернулся. Аккуратно, блядь, подхожу. Опа, нахуй! Болотный камуфляж получен на достижение, нихуя себе! Хм, неплохо. Так, и сейчас вот этого надо, как, короче, палочкой его, наверное, ткнуть, блядь. Потому что что-то он заебал. Так, у меня тут... А у меня нету эпоксида все равно, блядь. Не эпоксида, а железок или что там надо. Так, сейчас этого, блядь, я немножко тыкну, блядь. Или что? А где он вообще? А, понял. Понял, блядь. Ну, нормально. Ветка дерева. Так, подожди, а что так много веток-то у меня, я не понимаю, блядь. Что так много веток-то у меня? Так, это я прошел. Это было не совсем легко. А это что такое? Опа, блядь, а вот железки подъехали нахуй. Так, а что тут еще? А, ничего, это проход такой был? Я его даже не заметил. Так, подожди, значит, я могу еще одну сразу веточку сделать. Хе-хе-хе, чтоб на будущее было. Так, сохранялочку бы неплохо сейчас было, а то тут с этими сохранениями... Хуя себе, он там надрочивает, блядь, надрачивает. Понял, я кого-то уже услышал. Тут что, ничего? Да, блядь, так сложновато в одиночку-то с голыми руками, я могу сказать. Не самое простое. Ага, понял. Так, и что делать? Тому что-то хуёвенько, блядь. А, понял. Нет, хуёвая затея, блядь, была! Вставай, дурак, блядь, что ты сидишь-то нахуй? Пизди нахуй их, блядь! Топчи нахуй! Ебать, напряженная хуйня, конечно, блядь. Сука, ты чё, блядь, не дохнешь-то нахуй, я не понимаю. Немножечко спотел, пацаны, немножечко спотел. Такая, блядь, а сейчас битва-то была нихуёвенькая. Тут кто-то еще есть по-любому, еще по карте, да как? Ух, ебать. По карте там пиздец. Металлолом бы какой-нибудь, 40... Понял. Ну иди сюда, давай, блядь. Иди сюда, блядь, сейчас пиздиться будет. Пиздец, блядь, боксер ебаный. Просто пиздец, что творит молодой, а? Ух, ебать, добивающий удар. Там, по-моему, этот живой еще. Охуеть, что он вытворяет, блядь? Вообще дикий пацан, просто дикий, блядь.
Реально, блядь, немножечко очко, блядь, жим-жим в такие моменты, потому что хер знает, как оно там все обернется. Тут ничего не было больше. Какие-нибудь, блядь, металлические штучки. А, ух ты, хорошая комната. Металлолом. А, опа. Не понял сейчас. Это что такое за проходик такой? Опа. 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 Опа! Чемпион! Ха! Вот это вообще гуд, вот это вообще гуд прям. Это я так понимаю, что теперь у него вообще какие-то супер удары будут, правильно? Вот это он боксер, бля, в натуре. Так, это я правильно все прошел, да? Ага, отлично, все, теперь сюда. Так, тут сохранялочка должна быть, мне кажется. Уже попахивает дело это, блядь, аптечка. Нормально. Личинок никаких нет? Бля, прикольно, вообще, как они все это сделали красиво, все эти DLC-шки-то. Так, что я могу скрафтить? Могу скрафтить аптечку одну и еще одну ветку. Бля, ну вот эта хуйня, не знаю, блядь. Я этими бомбочками не умею ни в какой игре пользоваться нормально. Только все испорчу, блядь. Поэтому в пизду. Так, опа, опа, опа. Опа, нахуй, красава, блядь. Бедные руки у него, вообще, я не понимаю, как они у него способны все это расхуячивать, короче. Так, сохранение, это хорошо. А, максимальное количество, ладно. Так. Угу. Угу. Компьютер какой-то, блядь. Синхронизация. Что? Oh, да ладно! Завис, что ли? Я не думаю, что это поможет. Блять. Сейчас разобьет же, блять. О. Так, вторая хуйня. Наконец-то. Это мне сейчас надо будет обратно идти, что ли, блядь? Ой. Ой, блять! Да заебал этот рыцарь уже в погонах, блять! Это мне сейчас с ним сражаться надо будет или что, блядь? Ой. Это мне сейчас повезло или наоборот не повезло? Он за мной прыгнет или как? Ой-ой-ой, тут как много этих, я вижу ящиков, блядь. Я вижу очень много тут, блядь, понял. Ну ха, что, хочешь получить? Ну иди сюда, кусок дерьма, блядь. Нет! Сука! Я чё, я мимо кинул, в пизду. Нет, я хочу, блядь, два раза в него попасть, в пизду, в пизду. Хорошо. Как скрафтить-то, блядь, быстро-то? Как это всё скрафтить-то быстро? Блять, пизданул все-таки меня. Еще могу? Не могу. Пиздец, в нем веток этих я ебал сколько, блять. На всякий случай. Ебать тут аптечек, нахуй. Бей его, нахуй, локаутами, блять, сука, похуй на него. Да сколько можно-то, нахуй, а? Пизди его, пизди, пизди, пизди. Хорош! Хорош, блядь! Ветками натыкал, давай, давай! Нихуя! Что, блядь? Нихуя! И топчи, топчи его, блядь! Топчи нахуй! Да топчи ты его, блядь, заебал! Что ты делаешь-то? Сука! Вот сука! Вот сука! Вот сука! Блять! Блять, нихуя себе! Пропустил сейчас удар, блять! Бля, он реально заебал! Он реально заебал! Сука, а вот сука! Что такое? Аптечка? Блять, там как-то надо словить момент, когда его можно атаковать, блядь. Он заебал уже с этими приемчиками, нахуй. Блять, у меня больше нет штыков-то, нихуя. Хуя он тоже защищается, блять! Что нахуй? О! Че, все? Реально, блять? Захуячь ты его уже нормально! Давай, 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 давай! Бля, нихуя себе крепыш какой, а? Давай!
Бля, ну это было потно. Особенно, когда ты понимаешь, что это нихуя не оружие, блядь, а он голыми, сука, руками это делает. Это пиздец. Пизда. Так, это в руках, все, это самое главное. Я иду, Зоя. Но, скорее всего, еще третью надо будет, да, найти потом, блядь, или что? Или две достаточно? Хороший, да, вопрос? Так, подожди, я все аптечки-то подобрал по углам. Че, реально? Я думал, там их еще больше. Не, вроде все подобрал, пацаны. Вроде реально все подобрал. Фух, жесть. Теперь очень интересно, каков будет его путь обратно, потому что... Ага! Так. Не, я уверен, что еще третью надо будет найти почему-то. Вряд ли же этого хватит. Так, тут что лежит? Ветка дерева, неплохо. Уже хорошо. Так. Сейчас какая-нибудь херня опять произойдет, да, блядь, ебучая? Сейчас какая-нибудь опять херня, блядь, произойдет ебучая. В Эдверли это, отлично. Так, ну что? Ха, приветик. А вот тебе второй укольчик. Зоя, принес твое лекарство, тебе станет лучше. Да ебаный в рот, он заебал уже в натуре, блядь. Нет, Зоя. Блядь, я, конечно, как... я всякой хуйни ожидал, блядь, но не такой, реально. Блять, не такой хуйни. Значит, все-таки укольчик, блядь, укольчик последний, скорее всего. Просто теперь нужно вытащить Зою. Че, на кораблик, блядь? Бля, пиздец. Че за дичь с ним происходит? Что, блядь, ему так не везет? Зоя! Где ты, родная? А как он ее найдет-то, блядь, сейчас? Если она под водой. Она вообще там нормально себя чувствует? Куда они подевались? Бля, неприятная хуйня, если честно. А, понял. Эй, оставь мою семью в покое, ублюдок! Ага, она сейчас закроется, блядь, да? А, успел? Опа. Исчез. Нормально вообще, блядь? Что за хуйня? И куда дальше? Ты у меня получишь. Это вообще не сдается. Он, ему ничего не страшно, вообще похуй на всю совершенно этот мужик. Просто по барабану, блядь. Вообще по хуям на все. Просто. Так, и чё? А так оно и ничего, что исчез, блядь, он? Он же не смог телепортнуться сюда. Ну ладно. Дерьмо. Все здесь пошло по пизде, блядь. Что это такое? Че это, блядь? Блядь. Бля, бедный Джо в натуре. Просто. Просто что вообще? Должен быть где-то впереди. Ага. Какого хуя-то он так телепортнулся? Он что, летает, что ли, я не понимаю? Или как вообще? Как это происходит? Как это объяснить все? Такое, блядь! Ну ладно, погнали искать его. Бля, как они охуенную игру сделали. Еще и DLC такие. Обычно DLC, знаете, это так, ну как бы хуй знает даже, как объяснить. Понял. Так, а что он у нас умеет? Так, он умеет сделать аптечку. Ветку дерева. Это понадобится. Одну только, да? Зря. Точнее, жаль. А что ветку-то, блядь, отломи откуда угодно ветку и все. Личинка? Бля, сколько личинок-то у меня, не понимаю. 5, 2, 7 личинок. Куда мне их девать-то все, не понимаю. Мне бы какую-нибудь веточку найти. Туда не пройти никак? Не, походу, не пройти. Так. О, начинается, блядь. А нет крокодильчиков-то тут? Точно? Там, вон, вижу, что-то снизу есть. Подожди, хочу сначала посмотреть, что там снизу. Хочу сначала... Так, даже что такое? Опа. Хуя себе, блядь, жратвы сколько, я не понимаю, нахуя столько-то? Так, подожди, нет. Нет, стопэ, стопэ, стопэ. Я не знаю, куда, поверху, понизу, или может быть здесь вообще нет прохода? Надо сначала открыть, посмотреть. Так. Ага. Ага, сохранялочка. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Сохранюсь. На всякий случай. Так, что, больше ничего? Значит, все-таки по воде идти. Ладненько. Я думал... А, ну да, тут же мост разрушен. Ай, блядь. Главное, что... Что? Это же игрушечный. Блять, что за троллинг, я не понял. Это что за... Что за угар, нахуй? Ой, а вот это уже не игрушечный. Неприятная хуйня. Неприятная хуйня. Так, что тут можно найти? Ну, сюда можешь забраться? Красавчик, блять. Забирайся, хули ты, блять, не забираешься. Подожди. О! Заебись. Это все? Отлично, это точно не понадобится, судя по тому, что я иду по воде. Главное, так, вот там еще крокодильчик один. Но у меня, в принципе, есть одно. Бля, как хорошо, что они с одного этого дохнут, блядь. Металлолом, заебись, это я еще могу скрафтить? Ой,
Нет. А, мне не хватает ветки дерева, блядь. Чё, ветку найти проблема, я не понимаю. Что это? Холодильник? А там ветка, да? Блядь, нахуй его открывать, если он затопленный, блядь. Так, что тут? По углам осторожненько смотрю. Ага, да, в печке что там, блядь? Нормально, блядь. Завтрак. Так, пожалуй, я заберусь. Ага, нет, сохранение все-таки есть. А, понял. Так, это получается я хуйнул. Перебираюсь на следующую хуйню. Бля, тут не глубоко точно. Мне ж больше... Блядь, быстрей. Там должно быть что-то, что поможет мне скрафтить палочку, блядь. Волшебную. Так, ветка дерева. Отлично. Главное не промазать. Иди сюда, блядь. Черт ебаный. Так, металлолом. А ветка дерева? Как насчет ветки дерева? Блять, страшно нахуй. Так у меня ветки нет, блядь. Или есть у меня ветка? Нет у меня ветки. Я испытываю некоторые, блядь, трудности на данный момент. Потому что, блядь, что мне делать? Ну, типа, у меня нет... А как я пройду-то, блядь? Подожди, я что-то не понимаю нихуя сейчас. Не, аптечка это, конечно, здорово, но... Подожди, я что-то пропустил? Где-то здесь ёбаная ветка есть, я ее не увидел, правильно я понимаю? Он же сюда не приплывет? Блядь, ну не должен, по идее. Можно, пожалуйста, ветку найти? Я ничего не прошу, конечно. Или я... А, подожди. Я могу здесь пройти, по идее. Понял, нахуй. Нахуй мне эпоксид, блядь. Так, подожди, я никак не пройду, мне нужно хотя бы одного замочкарить, но здесь нет ёбаной ветки. Подожди, а как я пройду-то, блядь? Я на этих же ничего не пропустил? Надеюсь, нет. Так, вот по этому краю еще попробовать пройти. Просто как бы я могу там пройти, либо там. Ну, в любом случае, и там крокодил. Блядь, а я думал, тут все рассчитано, нахуй. Ага, рассчитано, блядь. Где этот ёбаный крокодил? Он уплыл? Ага, он там плавает, ничего, блядь. А, подожди, так он пока там плавает, я могу здесь пропустить. Бля. Он сюда плывет. Понял, нахуй. Ебать, их тут трое. Хули мне делать? Подожди, я что-то вообще не врубаюсь, нахуй. Подожди, а где? Где я найду? Металлолом я нашел, блядь. Но мне не хватает для крафта-то. Я там. Ну как бы. Мне не с чем его скрафтить, блядь. Сейчас он меня, блядь, как ужалит, нахуй. Тут нет ничего. Бля, мне пизда сейчас будет просто, и все. Бля, что делать-то? Подожди, я там не нашел, что ли? Там где-то можно было найти. Мне нужна ебаная ветка. На этих хренях ее нет. Я как бы захуячил крокодилов, которых смог. Мне нужно найти либо готовую ветку. Страшно нахуй же. Блять, реально здесь что-то было? Давай ищи, блять, потому что не хватает немножко. Че за бред? Я реально не понял прикола сейчас, нахуй. Я сейчас реально прикола нахуй не понял, блять. Ну здесь я подобрал и так уже. Тут было две штуки. Так, пацаны, у меня какая-то сейчас это, проблемка, походу. У меня сейчас какая-то проблема. Мне просто неоткуда взять эти ебаные ветки. Я думал, у меня и так их с запасом. Ага, блядь, с запасом. Так, а как это пройти-то, блядь? Стоп, у меня реально, блядь, проблема. То есть, смотрите, там этот крокодил, и там два крокодила. Мне нужно туда. Но, скорее всего, две я палки точно не найду. Соответственно, мне нужно захуячить того. Но, блядь, чем? Вот он плавает, сука, он заебал, бля. Он заебал. Вот он плавает. Мне нужно как-то его обмануть, блядь, или что, я не понимаю. Я туда не проплыву никак. Там два, вот он, раз, два, блядь. Веток нет. Безысходность какая-то, что за хрень, блядь? Так, я пытаюсь вспомнить просто. Я мог чисто в теории потратить... Да, блядь, мне все равно не хватает, блядь, ебаных... Да пиздец! Чё, мне заново пробовать? Я типа запорол, я не понимаю.
неправильно распределил эти... ветки, что ли, или что, блядь? У меня нет вариантов, пацаны, кроме как переиграть и попробовать как-то... Ага, да-да-да, пройду я, конечно, блядь. Ну я просто уже на похуй, типа, ну, блядь, сапает, так сапает, а он сапает, блядь, естественно, меня. Чего? Чё нахуй? Так можно было, блядь? Что? В смысле? Подожди, его можно было обойти? Я думал, что в любом случае он... Сейчас не понял, но, блядь, интересно довольно-таки. Ебать, то есть безвыходных ситуаций все-таки не существует, правильно я понимаю? Это, собственно, то, что мне нужно было, но теперь уже я это использую в дальнейшем. Чё, неужели я неправильно так распределял с этими ветками? Значит, их надо, блядь, копить на всякий случай, чтобы... А вот тут что-то лежит, блядь, надеюсь, в холодильнике-то, или что? Нет, пожалуйста, блядь. Нет! Нет, блядь! Схуяли, черт возьми, блядь, это произошло, блядь! Как нахуй я запорол эту хуйню, я не понимаю, блядь! Пизда. Просто пизда. Так, подожди, а здесь у меня сколько получается ветка дерева? Я могу одну сделать, а мне все равно, не-не, так я не пройду, блядь. Короче, блядь, мне нужно сейчас, чтобы мне опять повезло. Пиздец, жадность фраера, блядь, погубит, называется. Я реально, ну, что там, блядь, в холодильнике лежит? Там личинки ебучие, которые мне нахуй не сдались, блядь. Так, как мне наебать еще раз этого придурка, блядь? Да нет у меня нихуя, блядь. Как я его прошел, я не понимаю. Мне так фартануло, что я ебу, блядь, вообще, как я это сделал. Как я это сделал, блядь? Он уплыл туда. Я пошел сюда. Потом он поплыл сюда, и я в этот момент прошел, правильно я понимаю, блядь? Пиздец. Это вообще возможно? Это законно, блядь? Я не хочу смотреть даже назад, блядь. Блядь, ну это рискованно. Все равно, мне кажется, не каждый бы так вот... Не каждому бы так фартануло, бля, как мне сейчас фартануло. В пизду, блядь, этот холодильник. Нахуй он мне сдался, блядь. Фу, блядь. Что, у меня есть копье, но, по-моему, там как личинки лежат ебучие, которые мне особо не нужны. Можно сохраниться, пожалуйста, где-нибудь? Вот сейчас мне вот прям очень хотелось бы найти какую-нибудь безопасную... О, блядь, хорошо. Ой, хорошо-то как? Так, а что тут лежит? Лангуст. Нахуй у меня столько личинок, я не понимаю, блядь. На что я их должен... А, вот все-таки придется попробовать, да, и воспользоваться. Ну что, друзья, я думаю, что как раз где-то полчасика получились. Как раз-таки вот у нас первая серия, где-то полчасика, вторая полчасика. И, судя по всему, в следующей серии, друзья, нас ждет финал этого DLC. Последняя заключительная серия. И выйдет она, конечно же, как можно скорее, ну, либо завтра, либо послезавтра. Там посмотрим, я опять же наперед сейчас видео записываю. Я как-нибудь грамотно попробую все распределить. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.